Вот что выдала Ахиджакова Агалкине. От такого волосы дыбом. На концерте, посвященному юбилею Галины Волчек, Максим Галкин умудрился обидеть Лию Ахиджакову. Пародист довел народную артистку до слез своими шутками. А ведь она в свое время восхищалась его талантом. Выступление Максима Галкина сильно обидело Лию Ахиджакову, но народная артистка об этом призналась позднее в одном из своих интервью. Оказывается, пародия, которая развеселила весь зал, показалась ей не смешной и даже унизительной, хотя бы предупредил, что ли. Как призналась сама Лия Ахиджакова, он просто использовал мое имя, чтобы рассмешить публику. Поклонники поддержали обиженную Лию Ахиджакову. Народная артистка призналась, что всегда уважала талант Максима Галкина и точно не ожидала такого удара в спину. Поклонники поспешили успокоить Лию Ахиджакову, которую буквально довели до слез.